Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Турнир имени Николая Георгиевича Пучкова. Хоккеисты СКА из Санкт-Петербурга будут встречаться с командой хоккейного клуба «Сочи». Победителей не судят, но там сочинцы вновь навязали борьбу. Опять Линдон Вэй, опять передача на тоненького. Перехватывает Нильсон шайбу, играет на защитника. Бросок и гол! Вот это да! Хоккейный клуб «Сочи» забрасывает свою вторую шайбу на этом турнире 1-0. Посмотрите, даже как-то так попала шайба в грудь. Опять Лосинанти добивать пытается. И гол! Подкараулил Линдон Вэй все-таки момент. И забрасывает он свою вторую шайбу на этом турнире Николая Пучкова. Вот сейчас первый раз, по-моему, за всю игру шайба от Лосинанти отскочила на пятак. Я считаю, что это произошло из-за того, что ему перекрывали обзор, и он плохо видел. Да, из шведского Лулео перешел Лосинанти. Причем он впервые вообще покинул родной город. То есть он там родился, он там играл. И вот впервые оказался в другом городе, в другой стране. Но здесь не выручил. Здесь уже, конечно, гол. И все шикарно сделал Кирилл Марченко. Сумел. Фактически опять вот такой мини-булит, да, получился. Вышел и переиграл он Лосинанти. 2-1. СКА все-таки выходит вперед. Два игрока Сочи за воротами. Не очень быстро бегут назад. Это гибридный заброс в направлении Кирилла Марченко. Тот подобрал, развернулся. На вершину бросок гол. Ой-ой-ой. Ну, вот это попали. Шикарно. В девятку летит шайба. Арсений Бринкман. Вот вам, пожалуйста, молодой защитник СКА. Опять тут прочитали передачу. Не, ну каких-то сил, вот какие-то силы были в начале периода у Сочи. Потом пропали. Ну, посмотри, ну вот после того, как 2-1, ну вообще не выходит из зоны гость. Ой, еще гол. Ну все. Уже, наверное, концентрацию потерял Лосинанти. 4-1, Мира Алтанен.